Когда заблудшая душа в тебе проснется, ты говори: я никогда не буду спать, я буду жить, я буду... Давайте у нас в гостях сегодня поэтесса Татьяна Афанасьева. Не Афанасьева, не... Это что за... Я забыла ваш псевдоним. Татьяна Животина. Так, давайте, раз уж поэтесса... Заново и начнем. Нет, давайте, что заново? Нет, выкручивайтесь как-нибудь. Выкручивайтесь. Вы дезинформируете людей, они вам верят. Давайте. Я Татьяна Вулина. Я приехала в Тольятти. Вот эти поэты. Вулина. От слова. От слова. Стена и дверь, если с английского языка. То есть я открываю все горизонты дозволенного. Погнали. Вулина. Кого из моих шедевров вам прочесть? Докажи людям, что ты поэтесса, что надо. Какое стихи? Подожди, не ори. Что ты сразу орешь? Я люблю твои стихи, которые написаны на твоем... На твоих... Ниточка и иголка, которая используется. Нет, ну где ты наколки сделала? На ногах вот эти прочти. Когда, малышка, улыбайся, гляди тебе в твои сознательные очи, и ты говоришь: малыш, 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 и улыбнись. Тишина, она в автобусной ночи, и мы с тобой идем за руки, взявшись. Молодец. Спасибо. Так. Я люблю твои стихи, честно скажу. Мне иногда кажется, что ты обладаешь необыкновенным талантом. Ну это... Скажи, пожалуйста, это какая-то детская травма? Нет. Это подростковая дезориентация. Ты была в детстве подростком дезориентирована. Дело в том, что я испытала шок. Наливайте. Ой, рассказывайте. Лопнули шар воздушный при мне, когда я спала. С тех пор у меня вот тут вот очень сильный шрам. Я начала писать. Вот. И еще я начала видеть... Ну, я ясновидящая просто. Снятся ли вам стихи во сне? Нет. Отвечайте коротко и внятно. Нет, не снятся. Как приходит процесс? Как вы его пишете? Как пишете вы стихи? Я беру авторучку и беру обои и пишу. Это банально. Вы себя позиционируете как нестандартная поэтесса. Хорошо. Необыкновенная. По правду сказать. Не вот эта, которая любовь-морковь. У вас же этот, понимаете? Да, у меня вертихвост. В стихотворениях, что никто не использует вертихвост. Я его использую постоянно. Прочтите стихотворение с вертихвостом. Ну, прошу. Какое именно? У меня их очень много. Давайте. Я люблю вашу про эту морскую скрипку. Морская скрипка очаровательна в тебе. Вот тут сейчас будет вертихвост. Морская скрипка очаровательна в тебе. Разогни свои ладони к миру. Улыбнись, скажи: я не боюсь. Если я боюсь, то я влюблюсь.